полицейские охраняют нас всех, правильно? Обеспечивают безопасность и порядок. А еще следят за порядком в общественных местах и на дорогах. Сотрудники полиции совместно с представителем общественного совета при МВД провели игровое занятие с воспитанниками детского сада. Ты молодец. Вот мальчики нам тоже знают, 100%. А если нет на дороге светофора, как мы переходим дорогу? Ребята отвечали на вопросы и смогли узнать много нового. А затем читали стихотворения, которые подготовили специально для своих гостей. Девочки и мальчики, все без исключений, изучайте правила дорожного движения. Полиция гордо слово, низкий поклон до земли. Один сложен спокойно, когда на слове находитесь вы. У нас ежеквартально проходит месячник по безопасности. И, соответственно, мы проводим такие мероприятия с детками, как безопасность в быту, безопасность на дороге. С родителями проводим беседу по антитеррористической защищенности. Профилактическая работа с детьми в округе проходит постоянно. Сотрудники полиции уверены, что подобные занятия обязательно принесут свои плоды. За активное участие дошкольники получили подарки и пообещали соблюдать правила безопасности. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».